have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Здрасте! Забор покрасьте! Сегодня Breaking Point. Пойдем немножко нервишки пощекочем. Как ты так быстро слился? Мне нож в самом начале не дали, мне нужно было единицу нажать. А я начал бить руками его, кажется. Есть! Закатай его в бетон. Давайте убьем всех, кто не мы. Давай. Я понял. Ладно, убил. Плохая идея. Мимо, надо убивать мимо, а не дракона. Что? Дракон мимо, он мимо. Ты же видел? Вроде бы дедсайзик. Не привык ты драться. Он дед инсульт. Ай! Оу, они добавили, когда тебя убивают в раунде, у тебя цвета становятся не такими контрастными. Я же сказал, что мимо надо убивать. Это Dead Insult, вы чё? Dead Insult. Dead Inside. Это Эмма. Так, тем временем лягушка покрылась плесенью еще больше. А что это происходит? Людей нету. Из того, что ты сейчас говоришь, это уже сериал на полторы недели, Карл. Да. Я каждый день буду теперь укладывать фотку лягушки. Да, да, пожалуйста, мне в личку. Мне. Почему в личку? Мне одну. Есть общий чат, почему в личку? Кто-то хочет смотреть на лягушку, которая покрылась плесенью? Учитывая, что она не живая, да? Что, она не живая? Так, понимаю. Ну, с учетом того, что плесень белая. Я подумала, что она мёртвая. Вот Аква. О, ты голосуешь за Аква, ты молодец. Ну, а я нет. Сыр с плесенью, о, никого не смущает, все нормально. Сыр с плесенью, кстати, этот... Ну, более-менее. Ну, он вкусный. Да, сыр с плесенью прикольная штука. Живу бедно. Сыр с плесенью. У тебя... Машина без крыши. А, да-да-да. Вино старое. Сыр дорожает прямо в холодильнике. Ух, красиво. Красава. Я буду за кота. Давайте этого деда инсульта поднимем. Пику голосуйте. Мимо надо. А что все на меня? Потому что ты его... Ты свергнешь его правительство. Давай. Давай. О, бей. Еще хэд, ты офигел. Еще кота. Эй. Кто за меня голосует? Пика. А, погоди, это Пика. Беконоголовый. И чё? Голосуйте за Пику, вы чё? Я что-то не в того человека пальцем закал. Да чё ж. Ладно, теперь Пика. Пика, давайте все на Пику, у нее есть идея. Пика не голосует за никого. Хочется узнать, что будет, если... Рандом будет, но мы с тобой проверяли это уже. Вроде бы. Давайте за Фрома и Пику. Давай, Фром, ты ближе к нему. Ты его и истинно убьешь. Фром, давай. Вы офигели? Да. Он ближе так. К тебе, давай. Да блин! Я просто кнопками заспамил. Ладно. Я слышу. Ты чё на меня тогда? Ты чё? 1-1-1. Стой. Ошибка. Оба. Давай, дай кое-что проверю. Да. Да чтоб тебя. Лампочка. Бей лампочку. Вот, нормально. Съел. Стойте, а мы последние люди на серваке. От нас все сбежали. Эй, не ты. Продолжаем? Да. Теперь подашь первый. Да. Извиняюсь, я не знал то, что сервер такой был. Искали где поменьше, тут вообще поменьше, нормально. Так, хорошо. Самые маленькие серверы на Диком Западе. Худит. Я сейчас думаю, придет один человек и не поймет, что тут случилось. Типа, сумасшедшие какие-то сидят. Так, отлично. Среди нас убийца. Реально так и выглядит. Нет, не меня. Адмирал, я знаю, что это ты, не меня. А тварь! Это Фрум. Я знаю, это был Пика. Да в смысле? Поверьте мне! Поверьте мне! Не верьте! Пика!
я знаю просто, как эту хрень определять. У меня опыт в таком есть. Я тебя убил. Именно потому, что ты сказал, адмирал, нет, не стреляй меня. Плак, ты ошибся. Я уже понял. Извиняюсь. Извинения приняты, к сведению. А что мы так будем делать совсем одни? Ну, как бы... Играть. Прикольно, все свои, да. Нет. Нет. Не смей. Так и думал. Ладно, заслужил. Так, ну а сейчас тоже как бы разница. Фиолетовый пистолет. Спасибо. Нет, тут уже секретно, не секретно убивать. А, ну понятно. Адмирал, ты зачем это сделал? А прикиньте, пистолет бы не выстрелил. Мог. Адмирал, ты зачем это сделал? Знаете, в чем прикол? А вам не кажется, что это фарм очков? Чуть-чуть кажется. Совсем чуть-чуть. Ну, блин, мне нормально. Ну, в принципе, да. Пока мы проигрываем, все хорошо. Так, подождите, я тут играю. Так один-то из нас выигрывает. Но это постоянно какой-то рандомный человек, хотя это все так кот. Ладно, в прошлый раз я. Так, лягушка уже частично из воды выпирает. Теперь все будут в комментарии писать. Еще не смотрел, но победил кот. А, я думаю, это будет на дальше. А, че я-то не знаю. Не меня, не меня. Или вареньки, эньки, беньки. Меня. Что ж, это рандом, кстати, ничего не знаю. Ладно. Ариан. У меня, короче, вот. Вопрос, почему я shift-lock, то на control, то на shift? Кстати, да. Нет. Нет. Что вы делаете? Нет, его выбирай. Вот так. Нет. Ну, блин. Ладно, хорошо. Но... Мне кажется, то, что... Подожди, Вика, ты сейчас шифтлоком бросил этот? Нет. Нож. Просто. А, шифтлоком можно бросить как нож? Нож? А? Нет. Вот я без шифтлока играю. Меня бесит как? В этом режиме. Скажите-ка кинуть нож. Я не умею зажать. В шифтлока играть. Какую? Я тоже не умею. Кнопку удара зажимаешь просто. А, хорошо. В данном режиме удобнее без него играть. Ну ладно, поверю. Я им не пользовался дуэль, вообще бой. Ни разу за всю мою историю в Роблоксе. А я все время пользуюсь шифтлоком. Mm. Кота! Конечно, кота, вы чё? Что? Без кота и жизни я... кота. А, вы офигели! Я не умею кидаться. Импостеры! Это мыся! Ах ты ж мелкий. Кота! Давайте за пику. Кота вы успели. Нет, не за меня. За пику. Кто я тут еще есть? Кто тут еще? А давайте они оба умрут. Да, вот так вот, машьте больше, машьте. Промахнитесь. Какой добрый кот сегодня. Спасибо. Не понял. Ты чего добивался? Твоей смерти. А, значит так. Ну, адмирал! Да, давай. А можно из-за карты тыкать? Я вам тоже потычу сейчас. Я тут на кино ваше посмотрю. Ладно. Цирк. О, давайте время выйдет, и мы не сможем никого убить. Я не знаю, если я не забуду подставить под это все Бенихила, я забуду, ну ладно. Я стану слишком много в ближнем бою. Опять кот, сколько можно? Дайте меня и кота. Я тоже не умею кидать нож. Я не умею драться ножом, я хочу кидать нож. Фрум, расскажи, как метать нож. Зажать кнопку удара. А, зажать, я ее жму просто агрессивно. Ты зажимаешь, в какой-то момент оно срабатывает. Ну, блин, это на самом деле здесь настолько криво сделано, именно из-за того, что сделано криво, потому интересно. Я дико. Вот. Ты спину себе мороженым не отморозил? Среди нас убийца. Убить свет, когда погаснет свет. Кто убийца? Кто об этом может быть? Я никому не верю. Это адмирал. Я. Согласен. Верю. Я слышал звук от адмирала. Хорошо. Ладно. Легко очень понять. Это вряд ли адмирал. А что, все так резко меня убивают? А, реально адмирал. Да. Я также Фрума убил. Когда? Ну, когда ты был мардером.
Я выиграл. Блин, хочу еще раз МГ. Ты первый раз, когда был Мардер. А, да. Стоп, а вы Мардер Мистери снимали? Ну, в принципе, да, второй, который. Есть несколько серий. Понял. Там классно. Надо посмотреть это бы. Нет, почему в секрете? Что за фигня? А я видел, кто это. Я тоже видел. Ой, это... Ты чё? Это Стас! В чём? Чёрт! Что ж, кто-то из нас сегодня умрёт, адмирал. Мочи Слага! Мочи его! Понял. Мочи его! Та... Та... Нет! Я не умею кидать нож. Чёрт. Это светлая победа! Чёрт! Нет, я не смог лампочку разбить, победа не считается. Серьезно? Стоп, то есть, чтобы выиграть, нужно разбить лампочку? Нет, это наше наши правила на серваке. Понял. Лампочку не разбил, не считается. Блин. О, утка-утка-гусь! Утка-утка-гусь! Резин так называется. О, нет. Да. Так, я как буду выбирать рандомом, мне нравится. А чё сразу я? А вот, ну, вот, да, вот так вот. В моих глазах. Я жду рандома. Жду рандома. Рандом, дом, он же будет? Ну, конечно, блин. Ну, ёшкин кот, умри, пожалуйста, пика. Хорошо. Эй, умрите. Дружеская просьба. Ну, сдохни, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Рандом. Ай. Я не могу играть без пистолета. Без оружия чувствуешься неполноценным. А вот я серьезно говорю, адмирал такой, та-та-та-та-та-та, взял двоих, убил, сейчас победит. Смотри на него, та-та-та-та. А, пика. Пика, ты обязан. Лампа. Лампочка. Нет. Он и труп разделывает, чертил. Я хочу. Я сейчас раунде не буду, я буду проходить мини-игру крутую. Так, народ, мы немножечко поменяли сервак, тут рядом со мной улыбчивый котяра сидит. Очень прикольный скин, кстати, я, по-моему, не видел такого раньше. Будем теперь убивать людей. Ну, обычный котяра, он пошел уже лица равнять. Итак. Блин, смотрите, какие тут прикольные скины сегодня с нами сидят. Улыбчивый кот, Рейден темный. Человек-паук. Динозаврик, пижама динозавра. Блин, реально прикольные скины какие-то сегодня. Я все еще не понимаю. У меня лампочки нет. Кот-волшебник. Чего нет? Лампочку украли? А, блин, скрутили. Че, вернулась? Нет, лампочка тут. Но у меня только что она появилась, я ничего не видел. Я так понял, за то, что я сделал на убийство, меня решили не трогать. Слакс, что ты делаешь? Что было со стулом? Он такой тык-тык-тык. Нет, это... Ладно. Так, ты решил динозавра. О, дракон! Миночку, как эта пижама называется по-нормальному? Кигуруми? Ребят, напишите. Да-да-да, вроде так. А, кигуруми, да. И кигуруми всех мочит. Фига себе. Это дракон. У меня есть такая с Пикачу. Настоящая или здесь? Настоящая. Крутяк. Крутого. Что это было? Ой, это был красивый хедшот. Меня по-настоящему убило. Погоди. Фига себе, что это за пинг был? У меня только стул отъехал, меня уже прикурили. Так вот, Пика, ты как выглядишь? У него напоминанный шарфик. А, ты не замаскировался? Вижу, все. Он. Да. Трупик валяется, хорошо. Меня не только уже трупик увидел. Все знают, что Михаил со мной плохо. Все знают, что я обманщик. Нет, в тебя лицо некрасивое. Слушай, это судьба. Посмотри, как зовут Кигуруми. Love that. I love that. А. И он сидит рядом с I love kitchenes, I love mayonnaise. Это реально судьба. Никто меня не выбирает. Пара, почему? Созданная на небесах. Кот, смотри, женись смотри, на меня. Да. Смотри, смотри, он выбирает её, а не меня. Ну ладно, ошибся немножко. Со мной десерта не было. Какой десерт? Где? Почему? Что, флешбек? Где? Не надо.
У меня почему-то нож сразу в руках не был, что? Как? Да-да-да, вот такая же хрень. Да ты я играю, уйди! Нет, это я играю. Что у той ТВП, или это тюб какой-то? И что там тоже тюб? Что это означает? Это клан, скорее всего. Наверное, да. Ты видел, как я на него зашел? Кстати, да. Клан Оладушек сделал? В Роблоксе? Их тут много, этих тюпов. Не, ну в Роблоксе же нельзя переименовать. В Роблоксе можно только этот скринейм себе сделать. А я не хочу делать себе скринейм. Можно сделать свой собственный клуб. Но это будет стоить 120 баксов вроде. Сколько? В баксах? Не в Роблоксах? Что? Робаксы. А. Робуксы. 120 робуксов. Говорил, у меня все плохо. Вообще, в принципе, навсегда. Вроде 120. Ну я ошибаться могу, но вроде бы. 120 недорого. А какой-нибудь есть? Ну, у меня сейчас есть. У меня 17 есть, я богат. У меня сейчас. А чё? Почему за меня? Ну, давай. Не знаю, я просто тебя... мышку не убирал. Да-да-да, то же самое. Я просто на стул пики мышки оставил. Блин, менять мышку, ну ё-моё. А, Пика, зачем ты слился? Пика. А, теперь на Человека-паука, давайте на Человека-паука. Да, не убирайте с него мышки, все нормально. Я на Нянкэт этого, ну нет, не Нянкэт, но все-таки. Попкэт. Попкэт, да. Попкэт. Он любит поп-музыку. Давайте все на Человека-паука. Фрум. Что, идите нафиг! Во тьме ночной при свете дня. Идите нафиг от меня! Если ты его убьешь, то все будут за тебя голосовать. Придется мышку переставлять. Так, ладно, представляю. Фрум, куда че? Почему? Офигеть! Дальше. Тогда хотя бы того, кто рядом со мной, голосуйте, чтобы я его быстро зарубил. Что? Ставьте на адмирала. Это вообще было, блин, вы офигели. Ставьте на бекона этого. Бекона рожденного убейте. Бум. Фига. Ну чё так мы... Ставьте на Рейдена, на Рейдена, на Рейдена ставьте. Я тычу на Рейдена, давай. Oh, no. Эй! А как ты тычешь на Рейдена? Оно не срабатывает, но я тычу. Хорошо. Адмирал поспал? А чё все на меня... Давайте меня, давайте меня. Давайте его, давайте его. Давайте меня против Рейдена. Мне очень сильно нравится, как в чате это выглядит, как Пика пишет что-то, и ему запикивают слово, несмотря на то, какой у него и ник, типа, какое у него имя, ему запикивают слово в чате. Окей. О, русские. Да ты что? Першин. Я живу. Адмирал очевидность. Диалоги, Ладно, у меня проблема. Мочи. Огромная. Ты, чувак... А, это Пика? Кинь в нее стулом. А, это Пика. Лошади, ходи. Так выглядишь. Есть. Лампочку. А, не, еще не все. Я думал, это все. Ты что? Еще не все. Рейден. Делай. Еще Рейден. Все. Лампочку. Лампочку, давай. Есть. Молодец, красавчик. Это трушная победа. Так, сколько их я убил? Двоих. Нормально. На хвост мне сколько зарезал, сколько перерезал. Тебе нормально? Да. Наверное. Не знаю. Не, не буду. Хотел замаскироваться, но у меня пока что, по крайней мере, явных хейтеров нету. Кстати, мне вот интересно, не в плане того, что вот я злюсь или что такое, мне просто интересно, кто наш личный хейтер. Альфа. Не, он просто чувак время от времени всплывает, кидает дизы на примерно 10-12 роликов, вот, и исчезает. Серьезно? Фу-фу-фу, так. Это может быть какие-то рандомы, которые просто зашли, я не знаю. А, может быть и так. Фу-фу-фу, Адмирал. Динозаврика никто не любит. Я Рейдена беру. Рейден? А мне кажется, или он цвет поменял? Я боюсь, не меня сейчас убьют. Самая большая проблема в том, что если я буду убийцей, все будут видеть, так, как погоди, я... Адмирал. Чего я? Я голосую за чувака. Фрум, это который слева от тебя. Да? Вот это? Это? Думаю, да.
Я думаю, я слева слышал выстрел, но я не помню, это вот это вот в белом непонятно чем или адмирал? Я просто проанализировал. Это, блин, погоди, это адмирал. Фрум, прощай. Адмирал. Это адмирал, да. Что за предсказание? Не понял. Он единственный, кто знал, что это я. Ты? Где ты? Где? Да. Давайте за него проголосуем. Блин, я с самого начала предполагал верно. Я сейчас подумаю то, что подумают на меня. Адмирал был единственный. У них разница была в один голос. Если бы я не поменял голос с адмирала на вот эту белую, мы бы его убили бы. Извини, Фрум. Я был уверен. Потому что адмирал сейчас часто убийцей становится. Часто? То есть два раза это часто? Я ни разу не был. Два раза в рамках одной серии, да. О, Человек-паук. Гасите его, плохой. Я первым умру. О. Смотрите, я первым умру. Это адмирал был. Пели! Это не я был. Ладно, шутка. Хватит. Шутка юмора. Пора мстить. Сейчас мне мстить будут. Кто он? А, не будут. Ты меня спутала в прошлый раз. Давайте убьем. Ее убьем. Убейте ее, она не заслуживает жизни, она плохая. Не заслуживает. Полностью с вами солидарен. Не смей, грязное животное, не надо. Ладно, чистый, просто не делай этого. Надеюсь, Бекон убьет Спайдермана. Ты чё, Рейф, откуда ты знаешь, что в тебя целятся? Можно я буду? О! Блин, нет! Прощай! Он летел. Я нашел его, молодец! Всё, я сейчас буду. Прощай, Бекон. Я умру. Так. Остались все свои, ну давайте, посмотрим. Так. Домашние разборки. Всё, прощаюсь. Жизнь? Нет. А хотя да, меня. Давай полностью, ломай меня. Понял. Ну ладно. Погоди, адмирал, а разве приставка D, она будет адекватна к множественному числу? Прости. Я не хочу тебя убивать. Но я должен. Лампочку! Лампочка! D. Есть, молодец. D. Бил. Что D? Что такое D? Ну, Ди — это склонение женского рода в немецком языке. Ди — это склонение женского рода, или же в... Погоди. А Ди употребляется еще Ди. Для... Строчка из песни, я немецкого не знаю, извините. Я знать немецкий язык, но погоди. Не скажу, почему. Ди, дер, дас — это женский, мужской и средний. А есть еще уважительное «вы». По-моему, там тоже Ди, только с большой буквы. Но множественное... Ладно, я потом... Я знаю только одно слово. Могу сказать, если надо. Да, давай, скажи, пожалуйста, а то я забыл. Получается, D, если с большой буквы писать, это уважительное, да. Для старшего. Вот. Для «вы». Это как обращение на «вы» к одному человеку уважительное. Да, либо говорить «вир», «вер». «Вер», по-моему, еще тоже. Или нет, стоп. Нет, погоди, меня сейчас интересует множественное число. Потому что про D, и я помню, и... множественное число «вир», «мы». Получается. Вир. Ага, все, понял, спасибо. Немножко забыл. Ди с большой буквы — это они, либо вы. Что ты написал, кот? Нет. Да хорош! Я не помню, там еще какой-то... Я тут о грамматике немецкого размышляю, приходится вслепую драться, а ты мне еще такие подставы кидаешь. Иди ты знаешь куда, майонез. Шутка про маму. Тан. Ага. Та-дан. А знаешь, кто еще убивает Фрума? Я. Материнка. Так, понятно, я пошел за тетрадкой немецкого. Чего вы все рукой дергаете? Но это баг, который здесь никогда не исправит. Человек, который уже дрался, он продолжает дергать рукой, у него конвульсии. Рефлекс? Мне кажется, они типа такие, давайте, убейте всех. Ладно, ты там вроде за словником шел. Да ты, блин, черт. По-моему, за словником он пошел, за подручником. Что? Я тетрадку ищу. Видишь? Это ты не бака, это пича. Кот. Он тебя просто лопатками зажал, ты не понял. Да, это убил, это прием такой. Нельзя, видишь, что? видишь, он всех мочит. Так как? Нет, ладно, его тоже убили. Если бы он сейчас убил бы третьего, у меня появились бы подозрения. Ой, Мария. Хорошо. А, ладно. А кто пил?
Пика? Где Пика? Я не понимаю, кто такой Пика. Кто он такой? Кстати. Кстати, Пика это... А, я все понять. Хорошо. А, нет, не Ди. Фрум, я тебе соврал. Короче, в умноженном числе получается Вир это мы. Н, Ир это вы как неформальное обращение к... некоторым количеством лиц, то есть по множественному. Да. Да, получается, и Зи с большой буквы, точно, это точно, вы точно. Одному. И Зи это уважительное. Угу. Голосуйте за того, у кого два голоса. До конца. За миньона голосуйте. Какой странный скин. Это миньон, ты чё? Это ну, хоть где-то немецкий пригодился. Миньон. Человек, паук против Нет, миньона. Нет, ну в смысле немецкий, ты офигел? Это самая эпичная битва на свете. Стало такое напротив меня. Да, давайте за миньона голосуйте. Народ, немецкий же из саксонской группы, поэтому, зная 2-3 языка из саксонской группы, можно понимать почти все языки этой группы. Ну, почему бы не знать немецкий? Не убирай с него мышки. А чего все начинять? Нет. Потому что ты его сейчас убьешь. Ты будешь к нашим карательным мечом. Иди и убей его. Блин, ладно. Можешь с ней идти. А, ладно. О, нет, придется мышку представлять. Давайте. О, что, меня? А, старые ну, блин. Добрые времена. Они за меня голосуют почему-то. Что я им сделал? Якоря ждут или я не понял, что написано? Якоря? Какого якоря? Ну, anchors await, my boys. Не якоря, кого? А Royal Navy out, ну, ну да, там. Че, кто вы кажешь, что там происходит вообще? Я курсор просто навел, и все. Ой, рядом со мной еще. А, я понял. Я. Вот ты незаметный. А это кто? Ребят, в маскировке у нас только Пика. Пика. Беги. Сражайся. Давай, я хочу с... Как тебя зовут? С этой девкой. Нет. Это звук, как за он сдох. Он писал, алло, алло. Что происходит? Недораздельное мычание. Фига себе, она попрыгала на тебя. Меня с ней ставьте, меня с ней ставьте. Давайте Висфора и её. Да. Я ее солью на изи вообще. Так, мы, кажется, тебя подставим. Прыгаешь. Нет! Нет! Не подходи ко мне! Не подходи! Дерись, как мужик! О, молодец, хорошо. Так, я просто шифтлок долго не мог включить. Шнапи, шнапи. Мы не собирались, я просто на нее показывал, я на тебя не показывал. Я попросил меня поставить. Я знал то, что я выиграю. Вообще нет, ну ладно. А ты чисто рейнджем, а да? Ты ее вообще убьешь или нет? Да. Хэдшотом. Да. Так, все, ну хватит, ну не надо, отстаньте от меня. Я на тебя не показываю. А че, А че, да? Да почему я-то постоянно, я же кликаю, просто как это... Ну ладно. Итак, со счетом Трифигелиард 0 сегодня выигрывает Слаг в этом турнире, поэтому я не знаю, сколько у него побед за сегодня, я даже считать не буду, просто порадуемся за него. Или 4. На этом... Еще не смотрел, но выиграл Слаг. На этом серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек. И всем покеда. Всем пока. Пока.